Создать благоприятные условия для занятий спортом – задача, которую ставят перед собой ульяновские градоначальники. В первую очередь выбор пал на футбол – пожалуй, самый популярный вид спорта в мире. Командную игру любят как дети, так и взрослые. А летом во дворах мяч гоняют сотни школьников. В управлении физической культуры и спорта приглашают ульяновцев на стадионы и уверяют – места хватит всем. Сегодня на территории города Ульяновска вот в это летнее время как раз составлен график всех мероприятий по футболу для всех возрастных категорий. То есть у нас занимаются и дети, есть сетка футбольная для проведения детских соревнований по футболу, это и чемпионаты для взрослых, это и для любителей футбола. Одной из площадок, готовых принять спортсменов-любителей, – заволжский стадион «Старт». На протяжении всего летнего сезона на площадке будут проводиться турниры по футболу и мини-футболу, фестивали среди любительских команд. Еженедельно по выходным на стадионе проходят встречи открытого чемпионата по русскому футболу среди любительских команд. Победитель турнира отправится на всероссийский финал. А каждую пятницу в 19:00 на стадионе «Старт» встречаются команды ветеранов от 45 лет и старше. Футбол – это эмоции. Ты там можешь понять, что такое команда, командные действия. Футбол – это не просто игра, но это жизнь. На обновленном стадионе «Симбирск» по выходным проходят матчи Лиги дворового футбола. Каждый вторник в 18:00 на стадионе «Авангард» стартуют футбольные встречи среди команд ветеранов 40 лет и старше. «Фок-фаворит» по средам и воскресеньям впервые проходит летний чемпионат по мини-футболу «Бизнес-лига» среди корпоративных команд. Каждый четверг на стадионе 69-й школы проводят показательные тренировки, матчи и турниры тренеры спортивной школы «Старт». Более подробную информацию, расписание матчей, результаты, свежие новости можно узнать на сайте областной федерации футбола. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.